Что ж, приступим к решению задания B5, демонстрационного варианта ЕГЭ по математике. Наша задача формулируется следующим образом. Вот у нас B5. Найдите корень уравнения логарифм в основании 3 от x минус 3 равняется 2. Для того, чтобы решить это задание, необходимо вспомнить определенный логарифм. Логарифмом числа x минус 3 в основании 3 вызывается следующее выражение. То есть нам необходимо возвести 3 вот в эту степень, чтобы потом получить вот это x минус 3. Вот. И она показывает вот эту степень, в которую необходимо возвести вот это основание, чтобы получить непосредственно вот это x минус 3. Перед тем, как решать любое логарифмическое уравнение, естественно, необходимо написать ОДЗ. ОДЗ нам будет особенно эффективно, когда будем решать задание из группы C3. И в данном случае x минус 3 у нас будет больше нуля, то есть x больше 3. Таким образом, это накладывает некоторые ограничения на корни. В данном случае это нам не особо влияет на ответ, но когда вы будете решать более сложные задачи, это очень важно. Также запишем, теперь вы получите уравнение, то есть x минус 3 будет равняться вот эта тройка в квадрате, то есть 3, возведенное в квадрат. У нас получается x равняется 9 плюс 3. 3 сюда переносит обратным знаком. Это у нас будет равняться 12. Вот это чего в ответ мы пишем? Это вот число 12. Вот, собственно, и все, что необходимо знать для решения данного логарифмического уравнения.